Сейчас обсатала, когда я это был за муфтия по делам молодежи Марома Мухаммад Хаджиевси. По Мухаммад Хаджиеву, хеджа да гидни садах рукана, кахалда, хабжинит сабит шунада, амар и карал. Аллах сасе тафик теги, умру и барак теги. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля саидина ва хабибина Мухаммадин. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, амма бад. Дорогие братья, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Как бы сильно я не хотел сейчас перед вами на аварском языке выступить, но еще время не пришло, иншаллах. Надеюсь, в ближайшем будущем Аллах даст такой тауфик, чтобы на аварском тоже перед нашими братьями аварцами выступал. Но душой и сердцем я аварец, чтобы вы знали. Альхамдулилля. Очень рад сегодня находиться здесь с таким коллективом, джамаатом. Здесь и много молодых наших братьев присутствует, и наши старшие братья аксакалы сидят. В первую очередь хочу попросить Всевышнего Аллаха, чтобы вот так же в братской атмосфере, в дружном, теплом таким составом, коллективом, как сегодня мы здесь находимся, чтобы точно так же мы и в судный день находились под знаменем пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Ихалинский джамаат, есть мои близкие братья, товарищи, вот здесь наш уважаемый аксакал присутствует, которым вместе мы в хаджи тоже были. Альхамдулилля, я рад, что знаю этих людей, и я уверен, что весь остальной джамаат тоже такой же порядочный, праведный и богобоязненный. Сегодня очень много полезного было сказано. Дорогие мои братья, давайте на секунду перенесемся во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Вот мы с вами собрались, и достаточно большой джамаат здесь присутствует. Представьте себе во время посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда только-только начал он доводить религию Аллаха до людей. Всего 40 человек уверовали в посланника Аллаха за целых 3 года. Просто задумайтесь в эти цифры. Посланник Аллаха, который был намного лучше, чем мы с вами. Самый лучший из людей, самый красноречивый из людей, не грешивший, ни разу не обманувший никого. Мог показать любое чудо любому человеку. Но даже ему на истинный путь призывать людей легко не было. Даже он толпами людей сразу к исламу не приводил. Это говорит о том, что это нелегкий труд. Ломать не строит, у нас говорят в народе. Привести к хорошему, к правильному, очень сложный процесс, дорогие мои братья. Но как мы с вами сидим вот так спокойно и вот так трапезничаем, за нашими столами какой только еды сегодня нету. Этого всего не видели сахабы, радиаллаху анхум. Их притесняли, их угнетали, убивали детей и родителей. Здесь был задан вопрос, кто является первыми шахидами. Ясир и Сумайя. Их мучали и перед их сыном Амаром убили, разрезая на части. Но они от ислама не отрекались. Они на один шаг не отходили от ислама. Дети с голоду умирали, когда их мучали, морили голодом. Но они от ислама не отходили. Забрасывали камнями, душили, выливали внутренности животных. Они не делали шаг назад. Они стойко стояли на пути Всевышнего Аллаха. Их было 40 человек. И они собирались в доме сподвижника Арқама радиаллаху тааля анху. Скрытно, чтобы их не увидели, чтобы их не притеснили. Но собираясь, они думали и переживали, как принести пользу исламу, как распространить религию Всевышнего Аллаха. У каждого из них были семьи, жены, дети, были свои проблемы, были финансовые сложности, они были очень бедными, у кого-то были какие-то, может быть, торговые дела. Они были такими же, как мы. И, может быть, еще с большими проблемами. Но на первое место они всегда ставили религию. И никакую другую проблему на дне не видели. Если просто задуматься, на всей планете всего 40 верующих. Больше не было мусульман. Только 40 человек были мусульмане на всей земле, больше никого нет. Но сегодня результат их усердия, посмотрите, почти 2 миллиарда мусульман во всем мире насчитывается. Потому что они достойно довели эту религию до нас. Давайте теперь посмотрим на нас сегодня. Мы называем себя верующими, но насколько мы соблюдаем эту веру? Насколько мы переживаем за эту религию? Насколько мы ее доводим до других людей? Великий табиин Хасан аль-Басри, рахима Аллах,
По версии некоторых ученых, он является самым лучшим табиином. Табиин – это человек, который не виделся с пророком, но виделся с его сподвижниками. Это эпоха, следующая сразу после сподвижников. И он своим современникам говорит: «Я видел 70 сахабов, сподвижников битвы при Бадре». Бадрюны называют люди, которые участвовали в битве Бадра. Если бы, говорит, вы их увидели бы, как они любят Аллаха и его посланника, как они усердно соблюдают религию, как они за нее переживают, вы бы подумали, что они сумасшедшие люди, как будто они ничего другого не знают, кроме Аллаха и его посланника. Но если бы они видели бы вас, говорит Хасан аль-Басри, они бы подумали, что вы к исламу никакого отношения не имеете. Это он говорит в следующей эпохе, сразу после сподвижников. Если бы нас с вами увидели бы, дорогие братья, эти сподвижники, они о нас что сказали бы сегодня? И та телега да'вата, которую начал в свое время толкать посланник Аллаха вместе с этими сподвижниками, достойно дальше толкали сахабы, да толкали до таби'инов. Таби'ины дальше продолжали толкать. В свое время эту телегу толкал великий имам Шамиль, рахима Аллах. И сегодня эта телега тоже вместе с нами, она рядом. Ее искать не надо, надо себя искать возле нее. Что мы делаем для этой телеги да'вата? Сегодня наши молодые братья и сестры, начиная со школьной скамьи, кто-то становится атеистами, сегодня активно распространяется атеизм в школах даже. Кто-то там развратный образ жизни ведет, наши с вами сестры, которые ненужными делами занимаются. Кто-то общается там с противоположным полом в интернете, кто-то употребляет разные наркотики. И со всех сторон бомбят уму пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И у нас Аллах Всевышний спросит: а что ты делал в этот момент? Когда вот так мою религию хотели разрушить, когда уму посланника Аллаха пытались вот так уничтожить, что ты делал в этот момент? У нас должен быть ответ, дорогие мои братья. Сегодня здесь уважаемый наш полпред города округа сказал о разделении, то, что единство тоже не бывает. Это тоже работа врагов ислама. Когда нас пытаются разделить на разные течения внутри ислама, вроде бы одна умма, один пророк, один Всевышний Аллах, один Коран, но пытается разделить. Насчет этого тоже хочу сказать пару слов, дорогие братья. Чтобы мы не были марионетками в руках этих врагов ислама, мы должны быть максимально объективными людьми. Если у меня сегодня одно мнение, и я как-то смотрю на эту религию, но другой человек по-другому, может быть, смотрит. Разногласия имеют место в нашей религии. Если он по-другому считает, пускай мы в корне друг, наши мнения не одинаковые, но это не должно нам мешать любить друг друга ради Аллаха. Не должно нам мешать искренне переживать друг за друга. Перед посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, пронесли тело неверующего человека. Он умер в куфре, умер кафиром. Посланник Аллаха заплакал из-за него. И удивленные сахабы спросили: «Я Расуль Аллах, ты плачешь из-за неверующего, как нам это понять?» Он говорит: «Разве он не человек, как я могу за него не плакать? Я не успел его спасти от этого неверия, я не успел его вытащить в свет познания Аллаха из этой тьмы заблуждения. Я же знаю, что теперь с ним станет. Он не просто ведь расстроился, у него не просто испортилось настроение, он плачет. Как сильно нужно любить человека и переживать за него, чтобы заплакать из-за этого человека. Да, он не любил эту куфру, которая была в его сердце, но самого человека он любил и переживал за него, иначе он бы не расплакался. Сегодня мы называем друг друга братьями, но не научились друг друга любить хотя бы так, как посланник Аллаха неверующих людей любил. Посланника Аллаха в городе Таиф забрасывали камнями, истекая кровью, он уходил от этих людей. Но он не просил Аллаха проклятия для них, не просил для них наказания. Он говорил: «Аллахумма хди коми фа иннахум ля я'ламун». «О Господь, наставь мой народ, поистине они сами не понимают, что они творят». Посланник Аллаха оправдывает этих людей перед Аллахом, чтобы Аллах их не наказал. Это как надо переживать за этих людей? Почему сегодня в нас нету столько переживания, дорогие братья? Без любви друг к другу, вместо 5 по 500 намазов в день мы будем совершать, мы не будем истинными мусульманами. Каждый день, не пропуская уразу, будем держать, мы не будем истинными мусульманами.
Пусть этот человек каждый год хадж совершает и миллионами, миллиардами садака пусть раздает. Мы не будем истинными мусульманами, пока мы друг друга не полюбим. Это обязательное условие вхождения в рай, говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. А если есть какие-то непонятные вопросы, я как представитель духовенства говорю, на любой вопрос сегодня готовы нам ответить. Не нужно воевать между собой, не нужно там мериться своими знаниями и своим красноречием, не нужно что-то спорить и доказывать. Есть непонятный вопрос? Пожалуйста. Альхамдулилля, Аллах дал нам алимов, и всегда Дагестан славился как со спортсменами, еще больше, чем спортсменами, славился своими алимами во все времена. И во времена, когда не разрешали эти знания распространять, тогда тоже у нас были большие алимы. Так что мы делим с вами, дорогие братья? Почему мы разделяемся, когда мы можем просто сесть и поговорить друг с другом? Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, разговор поднимал, человек не принимал его истину, посланник Аллаха рукой не махал на него. Он все равно с добротой относился к нему. Он все равно переживал и делал дуа за этого человека. Сколько раз мы с вами делаем дуа, видя неправильного человека, ошибся он, или в заблуждение попал, или грешит, или постоянствует на дурных поступках. Сколько раз мы делаем дуа со слезами за этого человека, «О Аллах, наставь его на правильный путь». Мы не делаем такое дуа. Поэтому и так портится наше время. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, про это время говорил, каждый следующий день будет хуже предыдущего. Сегодня у нас 6 февраля. Завтра, 7 февраля, будет хуже, чем сегодняшний день. И вот так каждый день будет портиться. Мы что-нибудь должны предпринять. У нас два выхода есть. Либо вместе с этим временем портиться и портить дальше это время своим дурным амалом, либо постараться, как сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, на первое место поставили для себя эту религию, вот так же поставить ее, вот так же объединяться, разговаривать, сплачиваться между собой, соблюдать эту религию и переживать за них. Выбор за каждым из нас. Дай Аллах, чтобы все мы сделали правильный выбор. Дай Аллах, чтобы у нас в сердцах, не просто на словах красивыми историями и словами, именно в сердцах, чтобы у нас было истинное братство, искренняя любовь и переживание друг за друга. Дай Аллах, чтобы мы были такими, какими сам Аллах будет нами доволен, какими наши родители были бы нами довольны, какими пророк Саусалим был бы нами доволен. Дай Аллах, чтобы мы его искренне любили, и с ним вместе, чтобы Аллах нас всех воскресил, и вместе с ним, чтобы вел нас в блаженство рая. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.